астрологический прогноз от салона Мандрагора. 7 апреля, понедельник. У Овнов есть шанс многому научиться, однако за это придется заплатить определенную цену. Вполне вероятны финансовые потери в результате бессмысленных трат. Впрочем, едва ли вас это огорчит. Вы серьезно настроены на получение удовольствий. Тельцы активны и жизнелюбивы. В профессиональной деятельности вы получите поддержку и признание своих способностей. В семейных отношениях нельзя спешить выводами и особенно карательными мерами. У близнецов удачно пройдут встречи. Возможно, пригодится ваш прошлый опыт. Проанализируйте похожие ситуации. Благоприятно завершать старые дела. Хороший день для подведения итогов, обработки информации, исправления ошибок. Раки, будьте внимательны к поступающим предложениям и к попытке управления вашими действиями. Помехой в новых делах может стать чрезмерная самокритика, чувство вины. Постарайтесь понять, чего же вы хотите на самом деле. Львы смогут умело распорядиться своими финансами и наметят интересные планы на будущее. Хорошо идет ремонт и прочее благоустройство помещений. Больших проблем не предвидится, а мелкие лучше решать коллективно. У некоторых дев отношения с коллегами перейдут в новую плоскость, станут более дружескими. Не дайте вовлечь себя в конфликт. Ваша способность соизмерять свои желания с желаниями других участников ситуации поможет принять верное решение. Среди весов особенно актуальна сейчас становится детская тема. В бытовой сфере энергию лучше всего направить на достижение комфорта. В финансовых вопросах придется проявить изобретательность. От скорпионов можно сейчас ожидать чего угодно. Окружающие охотнее пойдут вам навстречу, если вы выслушаете, и их тоже. Большинство людей склонны к старым, проверенным методам, даже если эти методы давно устарели. Стрельцы смогут завершить дела, начатые на прошлой неделе. Закрепите результат, не бросайте дело на полдороги. Если вы чувствуете, что откровенный разговор способен улучшить отношения с близким человеком, сделайте этот шаг. Хороший день для магических практик, аутотренингов. Козероги склонны к независимым решениям и готовы противопоставить личное мнение условностям, принятым в обществе. Ваше странное настроение заметят все окружающие. Некоторые наболевшие вопросы действительно не терпят компромиссов, так что не отступайте от своего. У водолеев на передний план могут выйти домашние дела и заботы. Большинство из представителей этого знака предпочтут заняться личными делами, но будут и такие, кто сосредоточится на жизни общества. Рыбы, ваша чувствительность сослужит вам хорошую службу. Проиграв в голове различные варианты исполнения задуманного, вы интуитивным путем выберете наилучший. Вечер в кругу семьи будет залогом душевного комфорта. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.